Комментарий неделицы. Предложение моего любимца, митрополита Омского, прекратить зачатие детей в пост. Вот это мне очень понравилось, тем паче, что это как-то широко и масштабно было тут же подхвачено прессой, но я подозреваю, что просто старичку проплатили какие-то изготовители презервативов, потому что ведь он же не сказал, что нельзя вообще ничего. Он сказал, что только зачинать нельзя. И вообще я удивляюсь вот этой инертности православных предпринимателей, потому что они могли бы для постов изготавливать специальные презервативы черного цвета, покрытые битым стеклом снаружи и внутри. Причем это можно было бы красиво оформить с названием «Благочестие» или «Иноческий», если с остальными шипами тоже, опять-таки. Но вот тут как-то почему-то пока дремлют православные предприниматели. Я думаю, что это будет, может быть, самым знаменитым товаром 16-го года. Ну, конечно, по маразму и по прелести этого маразма с этим очень трудно сравнить какое бы то ни было еще событие. Но затем, конечно, да понимаете, все вот одно к другому невозможно из всей этой россыпи информационных самоцветов выхватить какой-нибудь один наиболее блистательный и его предъявить к миру. Затем еще можно вспомнить удивительное воодушевление Зюганова, коммуниста, который, когда ему сообщили, что год считается годом красной обезьяны, ну, необыкновенно возбудился от этого сообщения и начал как-то ухать, бить себя в грудь и вообще всяко приветствовать красную обезьяну, которую ему пообещали, потому что, ну, очень трудно не учувствовать взаимосвязь коммунистического движения и той самой красной обезьяны. Вот здесь как-то Геннадий Сергеевич просто сам на себя был не похож. Как Зюганов при виде красной обезьяны, причем мы не знаем, какая часть тела у обезьяны должна быть наиболее красной, по мысли коммунистов, чтобы возбудить их, привести их в настоящий тонус. Время для наглых, время самозванных шутов. Прыгают в окна и ломятся в двери. Пора бы привыкнуть уже, а ты опять не готов. Ты опять замыкаешься в собственной вере. А ну-ка стань Робинзоном, прилени к подзорной трубе. Где пьют кока-колу, там и Северный полюс. Живи настоящим, кто-то шепчет тебе. То ли диджей, то ли внутренний голос. Просто верь, что все кончится хорошо. Стань героем настоящего шоу. Звезда Вифлеема, астрономический трюк. У ангелов в студии плавятся нимбы. Время рекламы содержимого юбок и брюк. Время нимфеток, рвущихся в нимфы. Просто верь, что все кончится хорошо. Стань героем настоящего шоу. И ты будешь тоже любим, и ты будешь весел и пьян. Во всем этом только один изъян. Это сделано для обезьян. Темные силы давно никого не гнетут. И клетка похожа на номер в борделе. Делай свой выбор, либо манго, либо грейпфрут, не вылезая из общей постели. И просто верь, что все кончится хорошо. Стань героем настоящего шоу. Ты будешь тоже любим, и ты будешь.
лишь весел и пьян. Во всем этом только один изъян. Это сделано для обезьян. Время для наглых, время самозванных шутов. Прыгают в окна и ловятся в сердце, как ты хотел. У двуногих животных, к сожалению, нету хвостов. Был бы хвост, ты бы смог отвертеться. А так, ты просто веришь, что все кончится хорошо. Стань героем настоящего шоу. И ты будешь тоже любим, и ты будешь весел и пьян. Во всем этом только один изъян. Это сделано для обезьян. И ты будешь тоже любим, и ты будешь весел и пьян. Во всем этом только один изъян. Сделано для обезьян. Сделано для обезьян.